Письма своего однокурсника, написанную им в 68 году, когда он еще не был моим однокурсником, а был еще студентом химфака, после чего перевелся на биофак. На стихи было Ахмадулиной, музыка Сергея Чистикова. Песня пережила его уже лет, наверное, на 25. Потому что умер в 36 лет, это очень, очень скоро. «Синяя лодка». Синяя изнутри, синяя изнутри.